27 сентября 1863 года в Петербурге был открыт первый в России детский сад. С тех пор в этот день свой профессиональный праздник отмечают педагоги дошкольных учреждений. Согласно новой редакции закона об образовании, дошкольное образование считается видом образования. Это значит, что сегодня детские сады выполняют не только функцию досмотра и ухода за детьми, а полноценно готовят малышей к дальнейшему обучению в общеобразовательных учреждениях. И сегодня поздравляют полевских педагогов. Для них творческие коллективы Центра развития детского творчества имени Павла Петровича Бажова приготовили праздничные номера. В Полевском городском округе 13 дошкольных образовательных учреждений. Более 4,5 тысяч детей посещают детские сады. Всего в сфере образования работают 1260 сотрудников. Из них чуть более 1/3 педагоги дошкольного образования. Сегодня лучших из них награждают грамотами Министерства науки и образования Российской Федерации, грамотами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и почетными грамотами главы Полевского городского округа. О традициях полевских педагогов знают за пределами области. Заслуг у дошкольных работников города Полевского много. У нас достаточно большая численность сотрудников и в дошкольном образовании, и количество педагогов из высшей, из первой квалификационной категории. У нас есть заслуженные работники образования, которые работают в детских дошкольных образовательных учреждениях. У нас на сегодняшний день, я считаю, что одна из лучших систем дошкольного образования в Свердловской области. Нам удалось сохранить, даже при условии вот той оптимизации, которая прошла в последние 2 года, нам удалось сохранить все самое главное. Марина Григорьева работает старшим воспитателем детского сада номер 34. За ее плечами 25 лет педагогического стажа. Профессия – это ее призвание. Признается, что нелегко бывает, но любовь к детям помогает справиться с любыми сложностями. Нам очень приятно, что дошкольное образование теперь стало начальной ступенью общего образования. И как-то большая возможность тебе появилась у воспитателей проявлять свой профессионализм, более чуткое отношение к детям, любовь, давать им все нужное. В этом году праздник работников дошкольного образования вышел на новый уровень. Если раньше это был общий праздник педагогов, который все знают как День учителя, то сейчас у работников детских садов есть свой профессиональный праздник. Игорь Соколов, Алексей Корепанов, новости «Твой день».